Бывшему проректору по капитальному строительству Омского госуниверситета грозит тюремный срок. Владимира Домрачева обвиняют в мошенничестве при строительстве главного корпуса вуза в центре Омска. Дело передано в суд. По версии следствия, бывший проректор, ответственный за строительство корпуса с 2011 по 2014 год, подписал ряд подложных актов по выполнению работ, которые в реальности сделаны не были. Так, например, согласно документам, корпус университета был оборудован 4 лифтами, но по факту их оказалось всего 2. Кроме того, согласно смете выполненных работ, установлена система вентиляции на 400 тысяч рублей, но ее следственные органы в здании тоже не обнаружили. Подрядчиком выступала московская строительная компания «Мособлспортстрой». Действия Домрачева прокуратура классифицировала как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. В результате преступных действий Домрачева из федерального бюджета незаконно было выплачено подрядной организации более 136 миллионов рублей за фактически невыполненные работы. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.